В Карагандинском зоопарке пополнение. Вместе со старожилами зверинца шахтерской столицы отныне будут обитать и экзотические животные. Сурикаты, пальмовые цветы и василиски, которых привезли 3 дня назад из Красноярска. Кроме того, в питомнике появились еще 9 видов животных. Об этом расскажет Мирамгуль Салкимбаева. Сурикаты, пальмовые цветы и василиски приехали в карагандинский питомник 3 дня назад. На сегодняшний день от клетки с сурикатами работники зоопарка не отходят ни на шаг. Диковинные животные с первого дня стали всеобщими любимцами. По словам орнитолога зоопарка, сурикаты живут более 10 лет. Зафиксированная продолжительность жизни – 12,5 года. Шерсть достаточно грубая, но редкая, серого цвета с желтым, рыжим или бурым оттенком. На спине отчетливо просматриваются прерывистые черные поперечные полосы. Их количество может варьироваться. Практически в возрасте 3 лет самец достигает 1000 килограммов. То есть это будет мощное, красивое животное. Также в Карагандинском зоопарке появились еще 9 видов животных. Некоторые обитатели зверинца вообще единственные в Казахстане. Это сурикаты и пальмовые цветы, напоминающих енотов и зубров из Беловежской пущи. Самке зубру 3 года, а самцу всего год. И он обещает вырасти в огромного быка. Животных привезли накануне. Сейчас они осваивают новые вольеры. Мы привезли замечательных животных, которые пользуются сейчас огромным спросом, наверное, во всем мире. Это сурикаты. Это такие подвижные, яркие животные, которые не сидят ни одной минуты на месте. Любители всевозможных ящериц и змей тоже увидят новые экземпляры ящериц-василисков и красивых красных змей, садовых удавов. Пользуясь случаем, сотрудники зверинца обещают устроить праздник для всех горожан в закрытии летнего сезона. Праздник начнется в 9 часов 4 числа. Все дети до 14 лет в этот день смогут посетить зоопарк бесплатно. Мирамгуль Салкимбаева, Тулиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.